Ребят, всем привет! Сейчас доехали с Йозефом на такси. Это местный парень, который понимает на русском языке, который живет в Чехии. Он чех, он родился и вырос в Праге. Какая зарплата в Uber? Я думаю, вас это точно заинтересует. Вы прямо сегодня пойдете и будете созваниваться с Татьяной, которая находится в Польше, чтобы приехать сюда, в Прагу, и начать работать. Ребят, если вы еще думаете, посмотрите этот ролик скорее. Сейчас можно спросить как раз человека, он сам чех, сколько зарабатывают такси Uber. Здесь работа почасовая. Сколько получается в час заработок? Аж 5 тысяч. От 50 крон в час? Аж 5 тысяч. А, 5 тысяч? Да. Только на сумму аж 10 годин. Да нет. Ага, понятно. В общем, здесь зарабатывают от 5 тысяч. Это за день, да? Да. 5 тысяч крон за день. Это получается где-то... $200 в день. $200 в день? То есть 5000 крон за день? За один день? Вот так вот здесь зарабатывают такси Uber. Это очень круто, ребят. Так что, если вы захотите... А нужна лицензия специальная или нет? Да, то есть для этого нужна специальная лицензия. Такси лицензия тесты. 10 дней? Магистратура Праги. А, понял. То есть, короче, вы получаете лицензию за 10 дней, она только работает по Праге. Такая вот тут интересная ситуация, захотите вот приехать. И, кстати, здесь все хорошо понимают по-русски даже. Вас как зовут? Ирка. Ирка, как раз вот. Вы из Праги, да? Да. Немножко по-русски говорите, да? Ровненько по-русски, ровненько. Спасибо большое. Сейчас можно спросить как раз человека, он сам чех, сколько зарабатывают такси Uber. Здесь работа почасовая. Сколько получается в час заработок? Аж 5 тысяч. От 50 крон в час? Аж 5 тысяч. А, 5 тысяч? Так. Только сумма аж 10 годин. Да нет. Ага, понятно. В общем, здесь зарабатывают от 5 тысяч... Это за день, да? Так. 5 тысяч крон за день. Это получается где-то $200 в день. $200 в день? Только. То есть 5 тысяч крон за день? Так. За один день? Так. Вот так вот здесь зарабатывают такси Uber, это очень круто, ребят, так что если вы захотите. А нужна лицензия специальная или нет? Мусульная лицензия. Да, то есть для этого нужна специальная лицензия. Такси лицензия тесты. 10 дней? Магистратуру Праги. А, понял. То есть, короче, вы получаете лицензию за 10 дней, она только работает по Праге. Такая вот тут интересная ситуация, захотите вот приехать. И, кстати, здесь все хорошо понимают по-русски, даже вас как-то...